Specialized Films представляет «Навстречу приключениям» Сара Своллоу. Мое увлечение велосипедом началось с простого занятия спортом, но потом он открылся мне совершенно другой стороны. Я начала исследовать новые места в поисках, куда бы еще съездить покататься. Обычно я склоняюсь к лесным заповедникам и национальным паркам. Сейчас мы едем в государственный парк Humboldt Redwoods. Вас окружают эти огромные секвойи, покрытые мхом. И это просто невероятно. Вдруг полило как из ведра. И было очень круто найти ту машину на обочине дороги. Надо убедиться, что там нет трупов. Похоже, там внутри куча всякой еды. Видеть мир из седла своего велосипеда — это восхитительные впечатления. Не бойтесь трудностей. Иногда бывает некомфортно, но вы будете вознаграждены, несмотря ни на что, даже дождь и холод. Вы рассчитываете поставить лагерь с 3 до 5 вечера. И если получается, значит день удался. Неважно, если за целый день вы проедете 20 миль или 70, вы выезжаете на природу, видите ее, чувствуете. На ужин у нас была сушеная тайская карри, оливки и затем на десерт крем-брюле. У нас это в порядке вещей. Том стоит там, греется, а я собираю палатку. Разве ты не должен кофе варить? Да-да, хорошо. Мы с Томом познакомились в веломагазине, где вместе работали. Мы с ним такие разные по многим вопросам. Но все эти наши противоположности на самом деле дополняют друг друга. Из нас получается хорошая команда. Солнце вышло как раз, когда мы уже спускались в сторону пляжа. Это было очень кстати. Наши усилия оказались не напрасны. Привет! В жизни нужно относиться с той позиции, что у вас на Земле не так уж много времени. И как вы его проведете?